На внутреннем рынке Казахстана растет спрос на стекло отечественного производства. Предприятие по промышленной переработке стекла КСС «Астана» сообщает об увеличении объемов производства вдвое. Товар Made in KZ также экспортируют, наладив поставки в страны Центральной Азии. Чем же сильна казахстанская продукция, узнала моя коллега Гульнара Хасан. У меня в руках образец сырого стекла. Я его бросил на пол, я его забил. Ну вот, держу, как образец закаленный. Сейчас докажем, что он 5 раз точнее сырого стекла. Закаленная и прочная. Такие характеристики стекло приобретает после термической обработки. Ее температура достигает 600 градусов. Столь важный элемент строительной отрасли на заводе КСС «Астана» выпускает в объеме порядка 70 тысяч квадратных метров в год. Завод открылся в столице 2 года назад по программе индустриально-инновационного развития и уже стал основным поставщиком стекольной продукции для региона. В Алматы подобное предприятие действует с 2004 года. Была закуплена специальная линия, специальное оборудование, достаточно дорогостоящее. Используются специальные материалы, которые в Казахстане не производятся. Все импортируется либо из России, либо из Европы. Стекло архитектурное, ламинированное, окрашенное, а также многослойное, с высокой степенью защиты. То самое, что не сможет пробить даже огнестрельное оружие. Плюс ко всему, стекло отечественного производства энергосберегающее. Выигрывать могли бы и в цене, говорят на предприятии, если бы сырье производили в Казахстане. Самая главная проблема – это сырьевые ресурсы. Сырье – это у нас стекло готовое. К сожалению, в Казахстане на сегодняшний день нет заводов, которые бы обеспечили объемы Казахстана по переработке стекла. И стекло закупается в России. Тем не менее, интерес к отечественному стеклу у строительных фирм растет. Объемы производства завода со дня открытия возросли вдвое. Самый главный наш объект на сегодняшний день – это Экспо. Мы гордимся, что мы добились результатов по качеству. В основном, конечно, заказы идут по Астане, потому что такие масштабные стройки только в нашей столице. А вообще по Казахстану есть заказы не менее важного уровня. Мы работаем практически на все города. В целом заводы компании «Костройстекло» покрывают 25% потребностей внутреннего рынка и уже выходят на экспорт. В прошлом году налажены поставки продукции столичного завода в Кыргызстан. Гульнара Хасан, Ануар Тойкелов, Хабар 24, Астана.